Всем привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков. И сегодня со мной Алик, Мегарашек и Крабик, Димасик. Мегасаланчик, ребята. Хаю-хай. Сегодня мы собрались не просто так. 200 гребаных кейсов прямо сейчас, потому что вы набрали 20 тысяч лайков под прошлым роликом. Сейчас я не буду вас батить на количество лайков, потому что я открывать больше не хочу. Поэтому поставьте просто лайк как поддержку. Спасибо большое всем. 200 кейсов. Невозможно, чтобы сегодня я не кричал бы с вами насчет ножа. Ну, не верю. Давай предикшены, когда у тебя выпадет нож. Я думаю, за 50 кейсов у тебя будет... Ой, не нож, а перчатки. За 50 кейсов. Я думаю, 13. Я думаю, мы все пролудомалили зря. Ага, вот такой вот настрой. Можно заканчивать. Все. И все мега пока. Пока. Привет. Раз, два, три. Первая за крабика идет. За крабик. Крабик, в честь тебя. О, блин. Как вам вообще кейс? Вот эта наклеечка на самом кейсе змеи. Прикольно или нет? Ты про Team Spirit? Неплохо. Но она немножко непонятная. Почему именно вот это они выбрали? Почему змею? С усами еще мудрыми такими. Как будто мудрый змей. О, пистолет. Да вообще, смотри. Фиолетовые пролетают, розовые пролетают. Я пропускаю. Я чувствую. Потому что желтое сейчас должно. Чтобы вы понимали бы, я деньги проиграл. Два дракона в цене одного. Два драгонлора. $6 плюс. Если что, я эти кейсы открываю на деньги с биткоина. Поэтому я изначально уже проиграл, потому что я его закупал за 29 400. Сейчас он стоит 19. Вот какие перчи ты бы хотел отсюда? Слушай, что самое любимое? Я посмотрел эту коллекцию. Это так. Щит какой-то. Ну там ничего красивого нет. Класс. Вау. Вот эти красивые. Интересно, есть дороже? Я вот эти хочу. Зеленый. Все, брат, принял заказ. Давай, открывай. Спасибо. Ты просто не представляешь, насколько давно мне ничего не падало. Как же хочется зафиксировать сегодня. Не, должно. Главное, ауру хорошую. Если крабик сейчас споет что-нибудь, будет хорошая аура. Крабик, пой. Да я же не умею. Неплохо, в принципе. Все. Слушай, почему падает только синее? Может быть, я что-то не так делаю? Может быть, я открываю неправильно? Вот! Опять глазки, милые милашки. Кстати, красивый скин, красивый. Там сердечко в названии. Это моя новая виртуальная тян. А, я видел такие, да. Смотрите, смотрите. О, трек... Стой, прямо из завода? Нет, файл это тест. $4? $6. Эрик, так ты в итоге 5? Сколько открыл за это время? 23! О-о-о! Так, мы окупили сейчас, по сути, биткоин весь. Не понял. Так, я... Не, это прям хорошо. Брат, нужно выбирать ключи кейса. Помнишь, как раньше говорили циферки? 3, 5, там вот типа такого. Давай, крабик, назови свое число, а потом я. 7. 5, 6, 7. И тут тоже 7. 7, 7, 7 надо сделать. Ай, брат, хорошо, прямо сейчас мы это делаем. И let's go. 2-3. Вот это с наклейкой светоотражающей, такой вообще кринж. 3. Хочу авик. Симпл первый в мире, кому авик упал. Да, как это возможно? Да, это подкрутка или что? Я думаю, да. Должно же что-то выпасть. Ну вот сейчас. Вот почему сейчас должно? Мы платим деньги за прокрутку. Мы все проиграли опять. Вот сейчас выпадет. Ладно, вот сейчас. Последний открывай. А, круто. Опа, все, это нож. Dragon Lore пролетел. Да, красный статрек. Это белый. Белое. Какое качество? Ну, выглядит как... В белое. Прямо завода. Минилвэр. $70. Не, это хорошо будет. 230. Богат. Кайф. Хороший. Работаем. Не, все, начинается. Вот с этого момента начинается настоящая Барселона. Да. Блин, легендарность. 18-й год. Барселона нам показалась говнищем каким-то. Мы подошли к пляжу, и тут начинает Али говорить: вот тут начинается настоящая Барселона. Что? Да ну. Как это возможно? Ты что, идиот? Это возможно. $150. Не, мужик, это очень хорошо. Просто сейчас этот. Ой, опять красный. Ну, это шутка. Нет, это невозможно. Не, ва-банк надо идти, ты чё? Да е-мое, крабик. Не слушай его. Ва-банк. Статрек прямо заводов. Так хочется сказать. Статрек. Воу. Вэлворн, ну, наверное, дёшево. Опа. Статрек. Не. Блин, калаш тоже неплохо было бы. Драгон. Я ванга. Все, да. Yeah, let's go. Вот сейчас просто поверь в себя. Ты веришь в себя, Эрик, в свое везение?
Ничего тут, не выйдет. Тут, блин, тут я уже теряю, бразер. Вот сейчас выпадает. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Прямо сейчас ему выпадает. Перчи. Ножик. Перчи ножик. О. Опять глазки. Извините меня, пожалуйста, а где перчатки? Вот он. Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте GGDrop, это сайт подкрутить кейсов в CSGO. И тут есть барабанщик, который можно прокрутить и получать какие-то ценные призы. Бонус за пополнение, бонус на баланс, кейс за пополнение и даже бесплатные кейсы. Сейчас мне падает бонус на пополнение в 7%. Я могу прокрутить еще раз через 3 дня, но используя промокод 15SHOCK, вы получаете еще одну прокрутку. Кейс за пополнение 2000 рублей. Ну а также здесь уже второй сезон 1 миллиона. До конца акции 57 дней, у вас есть у всех шансы. Вы просто открываете кейсы, получаете баллы и забираете призы. Ссылка на GGDrop есть в описании, ну а мы идем дальше. Это новый день. Почему-то Steam заблокировал мои 200 долларов, поэтому они только сейчас сели на счет спустя 12 часов. И мы продолжаем открывать кейсы. Осталось 30 штук. Сейчас вот последние 30 что-то допрокнет. Потому что выпало 2 жестких юспа. Очень дорогих. И Эрик Джан сейчас выпадут перчи. О, авик пролетел. Этих двух юспов уже нет. Но, ребят, скажу сразу. У меня гонка за перчатки. Ну... Если брать USP и играть, то это должен быть статрек, чтобы на всю жизнь. А обычный, даже не прямо от завода USP, он меня не привлекает, бро. Я зажрался, ребят. Ну, если авик выпадет, оставишь его? Авик? Статрек, пожалуйста. Ладно, все, я его не буду продавать. Минилвэр. Минилвэр, брат, это судьба. Все, все. Оставляй. Третий USP. Это на превьюшке нужно 3 USP уже. 220 долларов, ладно, судьба, я его оставлю, ладно. Супер, супер. Он так хочет хорош быть в инвентаре, ладно. Ну, оставлю на маленький срок. Авик опять пролетел. Че за... Пожалуйста, давай! Что это такое? Это жесть! Чел, третьего кейса, что за... Это жесть! Я не снимаю, Это жесть! Я не снимаю. Шучу. Что это? Брат, это жесть. Все, ты мана накопил? Да, за ночь. Я говорил, что после тайного нож, как это возможно? 300. Охренеть. Так. Не, неплохо, неплохо. Слушай, брат. Получается, вы кидайте деньги на счет жесткий. И открывайте на следующий день. Я не спал, у меня была вечеринка. Это ладно, вечеринка. Не, после этого точно все, вечеринка теперь можно быть. Теперь можешь ничего не выдавать, Вадь. Не, это жестко, брат. Ты счастлив, Эрик? Да, сейчас, да. У меня... Я серьезно, вчера у меня было прям плохое настроение после кейсов. Я реально в депрессии был, можно сказать. Маленькая депрессия. Я так давно этой желтой приколюхи не видел, если честно. Я уверен, что я не знаю, что такое депрессия. Депрессия в 0 лет. Депрессия, да. Депрессия. Вот у Крабика депрессия в 0 лет по его голосу. Да. Эрик, анонсируй стримы, пока у тебя вот этот хорошо момент хайп. Ребят, я вспомнил пароль от Твича и сейчас сделал посты о том, что я возвращаюсь как минимум на аккаунт. Когда стримить буду, я не знаю. Но ссылка на мой Твич есть в описании, если кто-то любит смотреть Твич и кто-то помнит мои стримы, а их было очень много в свое время. Я жду вас всех на Твиче. Пацаны, надеюсь, кто ждет возрождения Lifehackers, пишите в комментариях. Мне так уже неинтересно, что падает, бразер. Все, да? Да. А прикинь, ты бы сделал видос, что случилось с легендарной командой Lifehackers спустя сколько лет? Хардеки в Апексе. Хардеки в США сейчас, ты вообще понимаешь, что происходит? А почему ты не сделаешь, ну, что ролик случилось еще? Это же имба. Да. У всех какая-то приколюха случилась жесткая да, в жизни. Да, слушай, и бичонка, можно заметить. Про игроком стал, FPL игроком стал. Матинайки сейчас в Spirit Академии играет. Это вообще жесть. Не, брат, тайная, потом нож, я такое впервые в жизни вижу. Это супер лаки. Такой шанс, это, я не знаю, ну, 0.1, 0.5, я не знаю, какой там шанс. Не, меньше. Это вообще жесть. Ну да, 0.1 даже много. Ты представляешь, Эрик? Да, типа, чувак. Блин, ну если еще что-то выпадет жестко. Например, авик. Было бы очень круто, был бы красивый сет. Розовая пантера. О, красненькая, фиолетовая. Три раза пролетело этот авик уже. Три раза. Так, и на последнем, да, получается? Да. Слушайте, ну, все, я брат, считаю, супер, что сегодняшнее открытие мы было просто супер. Просрали. Три USP, одни перчатки, и все за 200 кейсов. Очень достойно. Мы, если не продавали бы USP, получили бы сколько, получается, 200 плюс 150, там... 3. Нет.
400 получил, 400 плюс 300 это 700 и еще 200. Короче, $900 мы заработали с этого открытия, если мы бы не продавали бы ничего. Но потратили, конечно же, больше. Вышли в минус. Но окуп был забавный, прикольный, интересный. Ролик получился, это самое главное. Я считаю, что вот сейчас вот этот моментик окупил все наши траты. Спасибо. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Я не хочу открывать эти кейсы в ближайшее время. Они реально дорогие сейчас, и плюс окупиться там очень сложно. Но я попал в этот тренд, я открыл эти кейсы, это мой был долг по контракту с Valve. Поэтому сейчас с вами прощаюсь. Спасибо большое всем за этот ролик. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Алик Мегараж и Карабик Димасик. Пока. Доброе утро.